Компания SoftLine работает на рынке программного обеспечения с 1993 года. Сегодня это более 2000 сотрудников. За последние 5 лет компания шестикратно увеличила свой оборот со средним приростом 80% в год. SoftLine имеет более 70 представительств по всему миру. SoftLine предлагает своим клиентам весь спектр услуг по поставке и внедрению программного обеспечения, обучению пользователей, технической, юридической поддержкам и IT-аутсорсингу. Приоритет компании – предложение эффективных решений для вашего бизнеса. Миссия компании базируется на определенных принципах, которые мы придерживаемся в нашем бизнесе. И первый и основной принцип – это принцип лидерства. Все очень просто и понятно. Если мы занимаемся каким-то делом, то мы хотим быть number one и делать это дело лучше, чем делают его наши конкуренты. Второй принцип, который для нас очень важен, это быть динамичной и развивающейся компанией. Действительно, IT-технологии меняются достаточно быстро. И мы должны все время оставаться на плаву и все время быть в струе развития IT-рынка. Я считаю, что набор дополнительных сервисов, стабильность и надежность компании является главным конкурентным преимуществом, которое есть у нас. Сразу после обращения в SoftLine вы начинаете работать с персональным менеджером, который является единой точкой входа и отвечает за сотрудничество с вашей компанией. Компания SoftLine является одним из крупнейших партнеров Microsoft. Я хотел бы отметить очень активную позицию компании по развитию бизнеса в области продаж, маркетинга, создания центров, решений, развития в различных регионах нашей страны. И даже мы активно уже сотрудничаем по социальным проектам, например, проекты в области образования. В компании SoftLine вы можете приобрести программное обеспечение, комплексный и проектный подход помогут построить вам эффективную IT-систему, работают центры компетенции по направлениям виртуализации, информационной безопасности, SAPR, Microsoft, внедрению CRM и ERP-систем, технической и юридической поддержки, IT-аутсорсингу. Пройти обучение и повысить квалификацию можно в учебном центре SoftLine. Компания также занимается разработкой программного обеспечения, а также развитием облачных решений и продвижением модели SaaS. С компанией SoftLine мы сотрудничаем уже более 5 лет. Сотрудничество это успешно. Компания является для нас Symantec Platinum Partner. Это наивысший статус в партнерской программе. За эти годы мы достигли вместе огромных успехов. И это выражается и в объемах продаж, и в маркетинге, и, что важно для нас, и в обучении. Компания имеет авторизованный учебный центр по решениям Symantec. SoftLine – авторизованный партнер 3000 производителей программного обеспечения. Компания SoftLine является нашим старейшим партнером. Они начали продавать наш первый продукт VMware Workstation еще до того, как кто-либо в России услышал о том, что такая компания VMware существует, за что мы им, безусловно, благодарны. После того, как мы открыли представительство в 2007 году, наше сотрудничество, конечно же, продолжилось. Компания SoftLine сразу стала заслуженным партнером, входящим из года в год в первую тройку наших партнеров. Она обладает наивысшим статусом, это VMware Premier Partner, обладает компетенциями Infrastructure Virtualization, VMware Authorized Consultant, который позволяет им выполнять проекты фактически любой сложности для компании любого размера. Компания имеет представительство во всех крупных городах России, филиалы в странах СНГ, на Украине, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Азербайджане, Таджикистане, Туркменистане, Армении, Молдавии, а также в странах дальнего зарубежья – Монголии, Грузии, Турции, Венесуэле, Вьетнаме, Египте, Аргентине, Колумбии, Румынии. Компания SoftLine является не только одним из наших крупнейших реселлеров, но и стратегическим партнером по развитию цивилизованного, эффективно работающего рынка легального программного обеспечения. Совместно с коллегами из компании SoftLine мы активно развиваем продажи, запускаем образовательные программы и ведем пропаганду легального ПО. SoftLine работают ведущие российские и зарубежные компании, органы власти, государственные и образовательные организации. Инвестбанк выбрал в качестве поставщика программного обеспечения компанию SoftLine, так как она является золотым партнером Microsoft и обладает богатым опытом построения IT-инфраструктур на базе технологии Microsoft.
Одно из интересных преимуществ компании Softline – это возможность приобретения экзотического программного обеспечения, которое практически не представлено на рынке России, однако его возможно приобрести через компанию Softline. Это является большим серьезным конкурентным преимуществом компании. Я вижу Softline крупной, сильной международной компанией, которая присутствует не только в России и в близлежащих странах, а действительно присутствует на всех континентах и занимает лидирующее положение на IT-рынке и как в тех странах, где мы присутствуем, так и в определенных сегментах того бизнеса, которым мы занимаемся. Наши принципы ведения бизнеса. Нацеленность на лидерство, энергичность и инновации, надежность, стабильность и честность в работе с клиентами, поставщиками, сотрудниками. Командная работа, ведущая к успеху в бизнесе. Наши клиенты в центре внимания бизнеса. Добро пожаловать в мир Softline.